В этом году на участие в общегородском субботнике заявились более 3500 человек. Это сотрудники крупных городских предприятий, общественных организаций, муниципальные служащие. Уже проведено распределение территорий. Так, например, работники водоканала готовы очистить от мусора прилегающий к городу участок трассы М-53. Хотелось бы обратиться к горожанам в той части, чтобы они рядом со своими домами обратили внимание на прилегающую территорию и также приняли участие в нашем субботнике. Мы готовы оказать любое содействие, связанное с выдачей инвентаря для проведения субботника. Это мешки, перчатки, обеспечить талонами на вывоз мусора и вывести этот мусор, если необходимо. Всем, кто желает принять участие в субботнике, организаторы предлагают очистить от мусора зону отдыха в пойме реки Китой, сквер за ДК «Энергетик» и парк десятилетия Ангарска. Стоит отметить, что одним днем проведение субботников не ограничится. Многие организации выйдут на уборку на следующей неделе. После того, как территория города будет приведена в порядок, подрядные организации покрасят бордюрный камень и облагородят деревья. Юбилейный для города май также предусматривает украшения и облагораживание территории. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.